Всем привет, ребята, с вами снова Дэн. Сегодня я приехал в Чернигове, в городе Чернигов, на речку Десна. Сегодня мы будем ловить на спиннинги и на удочку. У нас прикормка... Покажи, это прикормка. А что, я тебе покажу? Ну, я сниму. Так, где у нас пачки? Так, у нас вот такая прикормка. Шоколадный лящ. И... И фидер. Вот такая вот. Украшена 20 активными компонентами. Сегодня попробуем поймать много рыбы. А вот это вот уже замешанная прикормка вся. Мам, посмотри. Сейчас будем раскладывать спиннинги, удочки и будем ловить. Ребят, смотрите, кого мы тут нашли. До нас приплыли вот такие вот утята. Это утята, а это мама Нео. Да, это утята, а это ихняя мама. Да. Видите, тут утята есть еще. Это тут получается 4 утенка и одна мама утка. Так, ребят, закидываем. Так, берем. И глубина слишком большая, походу. Мама, а там нету змеи? Нет. Нету? Нет. Значит, идем вот сюда вот. Теперь берем, держимся и закидываем. Надеемся, то, что что-то поймаем. А тебе не, никто не знает. Я не слышала, но тебе не звонит. Опа, что-то было. Я не слышала. Берем, кидаем в глубину. Эта удочка для меня очень длинная. Делаем вот такую вот глубину. Теперь берем и закидываем. Поднять или снять? Что-то плескается, но не ловится. Кидай туда, где плескается. Посмотри на пузы. Чуть-чуть. Есть? Не знаю, нет, наверное, нет. Есть. Нет, это кормушка. Хотя смотри, червя сожрала что-то. Так, ребят, смотрите. Я когда зашел со своим братиком Ваней покупаться, нашел вот такое вот мидию. Давайте ее вскрывать. Ей тяжело вскрывать. Оп. Проводим. Вау, смотрите, тут это можно хавать уже, ребят. Это правда уже можно хавать. Хавать. Можно кушать, да? Да, можно кушать. Это я оставлю, домой повезу. Пошлите еще искать. Ваня, побежали! Побежали! Денис, там, стой, там уже... Да,
одна на берегу лежит. Две, значит. Будем сейчас вскрывать. Погнали. Ну, это будет уже легко, она уже высохла. Давай, давай. Тина, давай, давай. Глядь. А тут? Может, хавать можно? Сейчас, подожди. Можно хавать? И нет. И нет вкусненько. Как вот этот. Хавать? Вкусно хавать. Только, ребят, чтобы вам скрыть мидии или что это, вам понадобится какой-то острый предметик. Типа ножа. Потому что вы без него не вскроете их. Так. Так, давай, давай, где? Так, ребят. Можно хавать. Еще, да. Можно хавать. С голоду не помрем. Да, с голоду не помрем. Можно хавать. Так, ребята. Поймали? Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь еще штук. Восемь штук еще поймаем. Ребят, приезжайте в Чернигов, я открываю свой ресторан. Рыбы нет. Да, рыбы нет, но зато миди. Пошлите, покажу, как я их ловлю. О, смотри-ка, уточка. Мама уточка. Мама так, уточка. Смотрите, заходим. Мама, а можно заходить в воду? Угу. А там что? Можно, нет? Иди. Подходим, ну, на вот такую вот. Можно по колени, можно вот так вот. Я вот так вот захожу. Я вот так вот захожу. Потом беру, опускаю руки и вожу их по дну. Когда что-то чувствую, то вот это вот убираю весь. И достаю там мидии, только что-то я уже, наверное, тут все мидии выловил. Что-то я их уже не наблюдаю. Я их вот тут вот ловил, вот тут эти. Чуть могут быть. Которые меня уже укусили. Мама, а нет еще тут? Нет. Можно заходить? Можно, заходи. Нам не вкусно. Нашли. Опускаем руки, ищем. Опа-на. О. Мидия, Ваня, давай, подходи. Нет. До меня подходи. Давай, подходи до меня. Бойся, подходи. Не бойся. А ты увидишь тебя там. Ладно, на. Да. Так, одну хорошую уже поймали. Теперь нужно, наверное, идти в другое место. Пошлите. Я. Шли. Ходим куда-то вот сюда вот примерно. И начинаем искать. Медиана уже это выкурили. Ты нашла?
Да, я тебе говорю. Что-то есть. Еще что за снято? Сорок было, да? Видно, нет, а видно, вот у меня по одежде. А вот у меня видно, вот у меня видно, вот у меня видно, вот у меня видно. Есть. Идем дальше. Хотел бы потом, ну я тут где-то не делал. Так, не знала об этой ситуации, и пошла на кого-то из участков, чтобы было бы. Я говорю, ну, я все равно за это не стою. Нету. Нет, это тоже, наверное, я не привык, не знал это ничего. Ну, когда я если вы видели, там где я не знаю, как он попал. Ну, она видно. Она видит, они понятно. Я все равно говорю, я говорю. Муляка прикольная. Но мы еще не муляку. Деня, давай закругляйся. Ладно, пошлите на другое место, на старое. Так, ребят, я навел сольку от мидий. Никто их есть не будет, я, значит, их буду отпускать. Пошлите их отпускать, чтобы они выросли еще больше. Так, собираем. О! Боже, Ваня! Что? День, поступи. Да. Положи ее. А куда? Положи. Выкинь. Водичку? Нет! Куда? Туда. Нет, туда, в водичку. Ладно, пошлите потихоньку их отпускать. Дай мне одну. Ваня! Откроем ямку. Да. Есть, смотри, денежки вытяну. А мелкую, смотри, вообще маленькую шторку. Так, сейчас ехать надо. Ребят, ну, конечно, я сказал, что поймали? Я вот только что вынял вот такую вот густерочку маленькую. Это первая рыба. Это грызка. Первая рыба. Ты за сколько? Грызка. Маленькая грызка. А такая вот рыбка маленькая, густерка. А мы не ставим, будем туда выпускать. Дай Ванюша выпустить. Пошли, Ванюш, выпускать. Ну. Пошлите, ребят, я отпустим. Ну что? Ванюш, Вань, давай, иди сюда. Со мной будешь ее отпускать? День, можно меня? Давай. Давай. На. Иди сюда. А он иди не кусается? Нет, не кусается. Иди сюда. Да, вот смотри, ложишь ручку, и она плывет. Понял? Угу. Давай, пошли. Иди сюда. Да я бутылку гончал. Я взяла. На. Давай. А бери. Нет, давай. Так, бери ручку ее. Держи вот так вот. Давай, пошли. Вот сюда. Смотри. Ложи. Отпускай. И она сейчас поплывет, наверное. Ну, она ж дышит. Сейчас поплывет. Смотри, поплыла. Ну, где поплыла? Первая рыба, наверное, за два часа. Ну, за час, да. Это я вот это только что вытянул. Десна, что ты творишь? Это все на Десне получается и ловится. Хотя все выкладывают то, что тут вот такие лещи, блин, густерки, все это ловится, но раз 30 уже свин вытягивали, ничего нету. Просто нету. Ладно, включишь, когда еще что-то будем ловить. Есть, включай. Так, ребята, поймали еще одну. Смотрите, побольше уже. Так, глядишь, к вечеру нормально рыба попадется. Да, ну, что там, ну, смотрите. Смотри, густерка еще одна. Густерочка. Деня, можно выпускать мне? Пошлите, пошли, Вань. Дай, День. На. Халя тебя учил ее отпускать. Давай быстренько, да? Чтобы ей плохо не стало. Пусть стало. Давай.
Стой, ложи. Отпускай ручку. Смотри, смотрите, ребят. И поплыла, поплыла, поплыла. Я хотел ее словить. Не словил. Все равно. Я пошли купаться. Две густерочки. А мы пошли купаться, пока. И вот такая вот рыбалочка у нас получилась. И, ребят, то есть поймали на этой рыбалке две густерочки. Одну маленькую я вытянул, и вторую мой дядя Женя. Ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!